amistad. Принял зубы по Артему. Кандидат мастера спорта Щучинского района в первом упражнении зафиксировал 51. Подъем. На втором посте работает Гафаров Денис. Мастер спорта международного класса из Кудашакского района. 130 подъемов в первом упражнении зафиксировал. Минута прошла. На третьем посте старт принял Денисов Иван, мастер спорта международного класса, Ельцинский район. 137 подъемов в первом упражнении зафиксировал. Спортсмен. И на четвертом мосте работает Болотников Иван, мастер спорта России, команда Ельцинского района. 70 подъемов в первом упражнении зафиксировал. Все участники поднимают гирю весом 32 килограмма. Две минуты прошло. Yeah.
5 минут прошло. Шесть минут прошло. Stop till the police get staked off. Kicks and snares, I leave in the crime scene. Don't know why I'm here, but I'm quite lean. Strapped with a mic in the dark of my hand. While the rest of gets kick-started and mad. So watch till the police drops and just listen. We're blazing sound and your sister. Семь минут прошло. Разработал тренер на четвертом уроке Болотников Иван. Перед этим 120 подъема. На втором уроке закончил выступление Дубов Артем. Его результат 105 подъема. И продолжает работать мастер спорта международного класса из Кунашакского района Гафаров Денис. И мастер спорта международного класса Ерпинский район Денисов Иван. Это заключительный поток болельщиков. Вас не слышно. Две минуты осталось. Скоряйся. А думаю, что будет показывать очень высокие результаты. Пять, четыре, три, две, одна.
177 подъемов Гафара в день и 204 подъема Дениса Павелана.